День труда отметили в Химках. Лучших сотрудников городских предприятий наградили грамотами, благодарственными письмами и цветами. Среди них представители разных профессий – педагоги, инженеры, механики, фрезеровщики, главные специалисты по безопасности. Так, министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил труды педагога Дома юного техника «Интеграл». Владимир Выгузов почти 10 лет воспитывает будущих судостроителей. За это время, говорит, «Интеграл» преобразился. Здание было, когда я пришел туда, здание было довольно старое. Вот, преподавателей судомодельного кружка не было вообще. Вот, и класс, где было преподавание, был завален. Сейчас там все блестит и сверкает, все очень красиво. То есть город помогает, вот, и ремонт у здания. Поздравил трудовые коллективы Химок глава городского округа Дмитрий Волошин. Этими результатами можем мы с вами гордиться, но заслуга, безусловно, здесь всех наших жителей, которые трудятся на нашей территории. Потому ведь что может быть лучше, как работать и жить в одном городе? Примите мои самые искренние поздравления. Желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия. И, конечно же, для меня очень важно, что мы с вами одна команда. Особая награда у Владимира Белова, директора Химкинской школы по фехтованию. Ему присвоили звание заслуженного работника физической культуры Московской области. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить высокое руководство за столь высокую оценку моего труда губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и главу городского округа Химки Дмитрия Владимировича Волошина. Кроме того, я хотел бы принять эту награду, ну, не как свою личную, а как награду всей нашей спортивной школе. После награждения праздничный концерт от воспитанников Центральной детской школы искусств, музыкальные и танцевальные номера.